Слушай, я тут убиралась, пыль протирала и случайно зацепила твою Соньку. Ну там ничего страшного. Слушай, я сегодня убиралась, так твою Соньку пизданула, что аж компьютер сломался. Дорогой, завтра мама приедет, ну она буквально на пару часиков, поэтому ты можешь сходить с друзьями попить пиво. Слушай, завтра мама приедет, буквально на пару месяцев, поэтому забирай свои манатки и вали отсюда. Дорогой, освободи, пожалуйста, завтра для меня немножко времени, мне буквально нужно полчаса. Мне завтра нужна будет помощь, поэтому все свои дела отменяй нахрен. Подъем в 6 утра. Любимый, у меня для тебя сюрприз. Я приготовила вкусный ужин. Короче, я приготовила ужин. Если есть желание просраться, хавка на плите, а я пойду роллы закажу. Завтра вечером я иду с девчонками на корпоратив. Пить не буду. Короче, у меня завтра с бабами намечается корпоративка, поэтому, если я не буду отвечать на телефон, ищи меня в отрезвителе. Что хочешь, скажи, получишь.